В прошлый раз нам не позволили читать Конституцию около Госдумы. Если нельзя читать Конституцию вслух, значит мы ее будем читать молча, заклеенными ртами. Ну, собственно, мы, как обычно, выбираем место, приходим на это место, начинаем читать Конституцию. Ну, задержали, по всей видимости, за то, что мы хором читали 31-ю статью, я так подозреваю. Вот, а там было. Здесь, рядом с Госдумой, мы как раз выбрали это место, потому что через неделю должны были состояться выборы в Государственную Думу. Сейчас они уже прошли. Замечательно все состоялось с выборами. То есть вот эта вот репрессивная штука, которая сработала 12 сентября, она имела продолжение 18 сентября во время выборов. Вот. Сегодня мы решили повторить возле Госдумы, провести чтение Конституции по одной простой причине, что нас пытаются заткнуть. Мы постараемся дать какой-то отпор. Политическое многообразие, многопартийность, общественные объединения равны перед законом. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Что это у вас не санкционировано? А вот там конституция Российской Федерации рядом с государственной нормой. То есть вы отказываетесь? Мы не отказываемся рассказать, мы не нарушаем ничего. Что мы нарушаем? Мы сейчас зачитаем Конституцию и разойдемся. Я еще раз говорю. Нельзя читать в Государственной Думе? Можно читать. Но я вижу у вас какое-то санкционированное... Нет никакого несанкционированного, мы просто читаем книжку. Да, зачем мне вы собрались? Мне нравится наша Конституция. А это ваши трубы. Это пи***ц, короче, я имею в виду. Это Конституция, это Российская папуасская Конституция, папуасский президент. Вот сейчас, кстати, мне капитан, который здесь рядышком стоял, он сказал, ваша Конституция никому не нужна, кроме вас. И мне это говорили уже много-много раз, что мы живем по ФЗ-54, а не по Конституции. Ну, что еще я могу сказать? Что это за страна? Не третьего, а 33-го мира.